Давай Да. чуть-чуть покусаем. Давай. Добрый день, доброе утро, наши дорогие, любимые зрители, подписчики, слушатели. Всех, у кого день рождения, поздравляем сегодня с этим прекрасным днем. Счастья, здоровья пожелаем. Пожелаем вам, чтобы вас окружали всегда верные люди, всегда радость была у вас на душе и благополучие сопровождало вас. Также примите поздравления именинники наши дорогие. Ну, что ты поела разве? Иди сюда. У кого сегодня именины? Ну, сегодня вот в таком модном стайле мы снимаем. Да? Да, да. Ну, подожди. Ну. Куколка. Меня не надо кушать, кашу кушай. Ну, как-то вот так. Уважаемые зрители, сегодня у нас несколько интересных позиций в этом дне. И классно будет, если мы сможем как-то прислушаться хотя бы, да? У нас сегодня день всемирный к тому же. Неспешной пешей прогулки. И недавно, если я помню, была такая пешая прогулка. Я думаю, день прогулки был. Если кто-то меня послушал на тот момент и пошел гулять, я думаю, вы почувствовали, как зарядились позитивом, энергией, да, в общении с природой. Поэтому уделите сегодня также время для того, чтобы прогуляться. А пока будете прогуливаться, понаблюдайте за облаками, потому что сегодня также день наблюдения за облаками. Облака вообще очень интересная и красивая вещь. За ними можно наблюдать, можно увидеть, что хочешь, если присмотреться. Поэтому, когда будете гулять, присмотритесь, пожалуйста, что они вам хотят сказать или показать. Они часто с нами разговаривают и часто дают ответы, когда даже задаешь. Знаю такое. Да, моя девочка? Да, моя куколка. Также всем родителям, у кого детки ходят на футбол. Тоже, оказывается, Всемирный день детского футбола у нас. Она пока не играет, пока она учится у нас. На чем играть? На нервах, да? На чувствах? Вот. Поэтому поздравляю вас и желаю вашим детишкам продвижения. Желаю вашим детишкам, чтобы они преуспевали в этом виде спорта. Ну, так как раз выбрали, значит, любимый. И чтобы этот любимый вид спорта им удался, чтобы они стали новыми звездами, да, моя куколка. Ну, а пока, я не знаю, мамы или же бабушки будут ходить, следить за облаками, пока детки будут учиться играть в футбол, тренироваться, то папам, у которых есть мотоциклы, желаю прекрасного дня, и чтобы их стальной конь под ними никогда не ломался. Может, нас кто-то смотрит из байкеров, не обязательно, мотоциклистов, да? Может, тебя смотрят мотоциклисты. Че, потом возьмешь, сядешь и тоже будешь с ними гонять. Я видел, как в Индии две обезьяны мотоцикл угнали. Пумбой назывался этот мотоцикл. На него сели и поскакали. У нас здесь, правда, собаки, пумбы нету. Но все равно пытаешься оседлать. Да? Ну, в общем, вот такое у нас доброе утро, вот такое пожелание, и пожелаем всем, абсолютно всем хорошего настроения, пожелаем, чтобы позитив, заряд бодрости и аппетит у вас сегодня присутствовал, такой же, как у нее, видите, да? Хотя с утра вообще никакого аппетита не было, обидела Настю нашу, потому что не захотела с ней кушать. А со мной взяла и начала кушать. Как это так? Объясни мне, пожалуйста. Да. Вот чтобы ты ей подняла тоже хорошее настроение, чтобы у Настены было. Ясно? Это тебе спецзадание такое. Хочешь на облака смотри, хочешь за мотоциклистов думай, хочешь гуляй у себя в комнате. Но чтобы сделала так, чтобы у Насти было хорошее настроение. Малум? Понимаешь меня? Понимает, куда она денется. Сейчас говорит, докушай, пойдем мириться с ней. Пойдем общаться с ней. Ну, в общем, вот такое у нас сегодня к вам
обращение, все, ну хотя бы что-нибудь скажи ради приличия. Она просто видит, что все уже здесь. Ну и можно дальше двигаться. Все. Не мне, вон туда говори. Пока-пока, до завтра. Скажи до завтра. У нас получилось сегодня снять. Получилось с третьего дубля получилось снять.